Эхолот QuadraBeam Plus, как следует из названия, использует 4 сонарных луча, работающих вместе, чтобы дать вам полное 90-градусное покрытие. Технология QuadraBeam объединяет все возможности Dual Beam, используя точный 20-градусный луч в центре, оптимизированный для покрытия дна, и более широкий 60-градусный луч специально для рыбы. А также 2 дополнительных 35-градусных луча справа и слева от 60-градусного луча, обеспечивая полное 90-градусное покрытие. Таким образом, вы можете видеть рыбу и рельеф на территории в 2 раза больше, чем глубина под лодкой. При глубине 6 метров поперечное покрытие составит 12 метров. И дело не только в том, что вы сможете видеть вещи, которых не увидите с эхолотом Dual Beam. QuadraBeam Plus облегчает работу при троллинге и отдельных забросах. Этот эхолот позволяет забрасывать блесну точно в место расположения рыбы. Дисплей эхолота разделен на 3 секции. Верхняя показывает рыбу непосредственно под лодкой. Нижние секции отражают состояние слева и справа. Просто забрасывайте туда, где располагается рыба. Для более широкого покрытия и великолепной детализации дна эхолот QuadraBeam является отличным выбором, рассказывает Элтон Джонс. В моем QuadraBeam есть все, что мне привычно в эхолотах нижнего обзора. Но большая разница в том, что вместо возможности видеть очень узкую полосу прямо под моей лодкой, я теперь вижу на несколько метров по сторонам от лодки. Обычно, если глубина под лодкой, например, 3 метра, с QuadraBeam я могу видеть полосу дна шириной 6 метров. Раньше на глубине 5,5 метров я видел лишь круг шириной в 1 метр. И проблема с этим кругом была в том, что чуть правее могло быть место, заполненное окунем, но с традиционным лучом я не мог бы его разглядеть. QuadraBeam позволяет видеть ситуацию справа и слева от лодки. Я могу очень точно определить рыбное место и ловить именно там. Эхолот QuadraBeam предоставляет мне огромное преимущество при спортивной ловле по сравнению с устройствами с одним или двумя лучами.